Школы в Казахстане будут строить преимущественно из отечественных материалов. Кроме того, оснащать их будут мебелью казахстанских производителей. Свои образцы сегодня на масштабной выставке в столице представили больше сотни компаний из разных регионов страны. Это современные модульные парты с регулировкой высоты и шкафчики с индивидуальными ключами, а также многое другое. Власти надеются, что это позволит не только сэкономить бюджетные средства, но и поможет казахстанским поставщикам реализовать свою продукцию. К слову, комплектующие, которые все же не производят в стране, будут импортировать из-за рубежа. Напомню, что на нацпроект «Комфортная школа» выделили порядка 2,5 триллиона тенге. Пока в правительстве не решили, каким образом будут сотрудничать с производителями, механизм и сроки все еще обсуждают. Сейчас определяется механизм, но предположительно, что будут устанавливаться показатели для генеральных подрядчиков, для того, чтобы не раздробить процесс покупки и строительства. А они, в свою очередь, будут производить закупку у отечественных производителей. Но мы понимаем, что спрос будет массовый и может быть бардак настать. Как раз вот этот вопрос сейчас решаем. Парты у нас регулируются по высоте с первой ростовой до шестой ростовой группы. Производство полностью наше. Самое главное, что она регулируется, потому что у нас проблема в школах, то, что у нас детишки разного, роста, так скажем, и директорам школ очень сложно покупать постоянно, под какие-то классы определенные. Так, например, они купили, детишки, например, выросли, они не перетаскивают никуда, взяли шестигранник, подкрутили, подняли, и все,